Ну что, друзья, как делишки, ребятишки, с вами Сонина Игра. Добро пожаловать в мою новую рубрику под названием «Что произошло за день?». Сейчас все объясню. Поехали. Короче, смотрите, чтобы начать. Эта рубрика, мы будем, короче, собирать, типа, каждый вечер, так вот, садиться, там, кофеечек, чаечек, печеньки, карамельки, все, что хотите. Мороженка там. Садимся, такие, и начинаем сидеть вечером, и я буду рассказывать, что произошло сзади. Вот. И что теперь я вам могу сказать? Давайте начинать. Ну, первое, что я хочу уделить внимание... Вчера, да, многие, наверное, мои подписчики знают игру Minecraft Dungeons. Так вот, вчера я, короче, купил эту игру, да, да, на PS-очку. Да, у меня есть PlayStation 4, не 5, нет. Так вот, почему не 5, потому что тогда, когда мы ее покупали, очень мало было 5, и их сложно было найти, поэтому купили 4. Ну, через какое-то время будет 5. Я в этом уверен. Так вот, мы купили, короче, на PlayStation 4 диск Minecraft Dungeons. И в итоге оно не пошло. Мы весь день, со всеми членами команды, со всеми, просто весь день сидели, пытались что-то настроить. Неа, не работал. Потом. Мы уже, моего папа, который озвучивал Тора, да, попросили, чтобы он поменял этот диск. Вот сходил вот в тот магазин и поменял. Мы поменяли. Он, естественно, забыл проверить. Там они типа проверяли на своем PlayStation, как работает этот диск, и реально не заработал. Так вот. И он забыл как бы проверить новый диск, да? Благо, что я, конечно, все установил. И у меня сейчас работало. Там еще полдня сейчас, вот я сейчас смотрю, вот у меня на включенный экран, вот я в настройках Minecraft Dungeons. И так вот, ну я еще полдня потратил на то, чтобы это обновление загрузилось. Да уж, капец. Потом я сходил в школу, папа за это время успел всю эту историю с диском, ну, если не учитывать то, что я еще вчерашний день говорю, ну, именно историю с диском с вчерашнего дня. И так вот, я короче, все, сажусь в машину. Все, поехали домой из школы. Все, у меня уже лежит диск. Я надеялся, что он работает. Да, он работает. Отлично. Перекусил, пошел делать уроки. Потом уже чуть-чуть поиграл, минут там 6-7. И началась. Ну, и я оделся и пошел на тренинг. Вот. Ну перед этим я еще поставил выкладываться видео, которое вышло какое-то время назад. Какое, я не знаю, потому что я видео за 10 минут после выкладывания нового ролика выкладываю. Да, снимаю, точнее, не выкладываю. Короче, если вы запутались, то я тоже запутался, не обращайте внимания. Дальше. Да, это мерч, единственное, не обращайте внимания. Хотя, если хотите, обращайте, без разницы. Дальше. Так вот, прихожу с треньки, значит, такой, доделываю видео, да, потом... Я просто играю еще две... подождите, да, две катки. Просто там вот прохожу. Потом начинаю еще третью, и потом уже все, доделываю уроки. И сейчас я сажусь и снимаю видео. Вот. Потом я хочу это все, получается, выложить сегодня. Да, сегодня. Сейчас, подождите. Да, 18 октября. Вот. Выложу я все, окей. И что, в принципе? Ну, потом, наверное, пойду, наверное, перекушу, приму душика и просто сяду и буду задротить, как говорится, Minecraft Dungeons. Ну, а на этом мы будем заканчивать наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как вам говорите, как вам новая рубрика. Ну, а с вами был я, Виноград. Всем покульки, до свидулики. Да, такая быстрая рубрика. 5 минут займу всего лишь. Давайте, всем пока. И забывайте подписываться на канал. Это самое главное. Ведь на 10... Ведь на 100 тысяч подписчиков выйдет клип.